Всем привет! Сегодня будет история Пум-Пум Пурина. Пум-Пум Пурин – это щенок породы золотистый ретривер. Он пухлый и желтого цвета. На голове у него коричневый берет. Как и Кероппи, изначально он был создан в рамках внутреннего конкурса Санрио в 1996 году с целью создания нового персонажа собаки. Его проект оказался самым популярным и выиграл конкурс. Некоторое время спустя он дебютировал в июльском выпуске Strawberry News под своим первоначальным именем Боку Пудинг, но позже оно было изменено на его нынешнее имя. Он довольно непринужденный. Он прячет и коллекционирует обувь. Он любит молоко, мягкие вещи и пудинг его мамы. Также он всегда расслабленный и любит спать днем. Он может погружиться с кем угодно. Он живет в корзине для пудинга у входа в дом старшей сестры его хозяина. Его мечта стать еще больше. Его любимое слово «прогулка», а не любимое «останься». Ему втайне нравится, когда ветер срывает с него берет, чтобы он мог за ним погоняться. Первый факт. Его день рождения 16 апреля. Второй факт. Он выступал в мюзикле Санрио «Happiness Land», который гастролировал по Азии в 2007 году. Пум-Пум Пурин изображался как рыцарь страны счастья. Третий факт. Он изображал случайным главным задеем в веб-комиксе «Хулок Тулту», хотя и сохранил свое добродушие. Четвертый факт. Людей, владеющих Пум-Пум Пурином, принято называть его хозяином. Пятый факт. Он представлен в наборе карточек Санрио Animal Crossing «Your Life Welcome Amiibo», где у него имеется своя линия мебели и одежды. Шестой факт. По словам Hello Kitty, он влюблен в макарон. Седьмой факт. Ему нравится Снупи из сериала «Арахис». И восьмой факт. Пурин в его имени переводится с японского как «пудинг». Что ж, на этом мы закончим.